Приветствую, с вами Артемий. Сегодня видео пройдет про, опять же, вопросы, которые мне задали. Это Инстагейм. Опять же, я всегда очень положительно рассказываю о разных компаниях и всегда буду это делать. Вот. Но меня постоянно просят делать сравнение. Это, в принципе, не совсем корректно, потому что мы будем разбирать. Вот. Но так как это реально у многих есть, и чтобы вы не могли так много времени тратить на сравнение, я сразу объясню по сути, потом уже в детали перейдем. Разница между Инстагейм и Инстайм в самой услуге, потому что Инстагейм — это больше определенный экшен, какие-то взаимные услуги, а Инстайм — это немного другое, это продукт, который гарантирует выходы в топ Инстаграма, а значит получение реальных клиентов и реальных органических подписчиков с ключевых хэштегов, с геолокацией и с интересного. Это огромная разница, потому что это не потому, что мы договорились по клубу, по интересам, как-то там один другого. Но на самом деле, по сути, мы циничны и один другого подписываем только потому, что это так выгодно, да? А в Инстаграме все совсем по-другому, это людям реально интересно. И опять же приведу пример, я сам занимаюсь ЗОЖем, я здоровый образ жизни веду, я не ем мясо на протяжении очень многих лет, более 12. И мне очень интересно попасть в топы Инстаграма для того, чтобы найти себе людей, которые так же, как и я, не едят мясо. Большинство людей моих интересов не разделяют. Они более того мне даже говорят: да ты что, нужно курить, пить, принимать наркотики и есть мясо. Но это я такой. Но мне интересно найти других людей. В Инстаграме я таких не найду. В Инстагейме я таких людей не найду. Может, найду, но не так много, как мне хотелось бы, потому что я хочу найти всех. Всех тех 22 миллионов, которые сейчас есть в Инстаграме, там огромный охват. Огромный охват, это только среди, только в России. И я когда попадаю в топы туда, я могу вместе с ними проходить какие-то курсы, делать какие-то походы. На Тибет мы делали такие походы, Тибет, Эверест и так далее. Соответственно, к чему все это говорю? Потому что это совершенно разные продукты. Давайте сейчас посмотрим детальнее, что написано на сайте Инстагейм, чтобы вы просто посмотрели и поняли, чем это отличается. Просто два сервиса на видео сравню. Пойдемте за компьютер. Давайте мы посмотрим на сайт Инстагейм, посмотрим, что здесь нам предлагается. Суть игры за 6 минут, различные обучения, это понятно, да? То есть здесь ни слова не сказано про какие-то гарантии. Здесь внизу есть кнопка описания платных услуг, и мы сейчас их посмотрим. Описание тарифов. То есть Ингейм — это первая в мире обучающая игра, понятно. Доступны курсы, понятно. Доход от привлечения новых рефералов, понятно. Дальше что? Обучение чтобы можно было развитие личного бренда со скоростью приток подписчиков, лайков, комментариев. Непонятно сколько, да? То есть сколько вы получите, неясно. То есть это, видимо, от привлеченных людей, точно так же, как это сделано в One The Top. То есть это немного другое. То есть нету такого, как в Инстаграм, чтобы давать гарантированное количество такое лайков, комментариев и сохранений и показов, чтобы выйти в топ. Такого здесь я не вижу, поэтому это просто разные продукты. Обучение, понятно. Это обучение. Да, доступ к 5 сервисам. Единственное, что непонятно от кого. Это тоже, я считаю, минус, потому что нужно прям говорить, кто эти люди, которые учат. Действительно ли они эксперты? Потому что заявляется, что эксперты, но это не факт, потому что непонятно, кто учит. Доступ к 5 сервисам — это понятно. Доступ к системе взаимопиара. Вот это видимо, то же самое, что и в сервисе One The Top. То есть, соответственно, если ты привлек, то ты получаешь. Не привлек — до свидания. Доступ к 8 уровню партнерской программы. Ясно, деньги и деньги. Тарифы. Здесь тоже, чем меньше цены, тем меньше ты зарабатываешь. Здесь цены 890 рублей за один месяц. Если сравнивать с тем же, Инстаграмом, там намного дороже, это 4000 рублей, и намного больше дается сервиса. То есть сервисы и, услуг дается стоимостью на 500 на долларов, это не на 58, 10 раз больше почти, 9-10 раз больше. Почему? Потому что вы попробуйте в социальном агентстве получить органический, качественный трафик, где реально выводится в топ за те деньги в таком количестве. Это невозможно. Давайте посмотрим, к примеру, тут же сейчас наберем Инстайм. Давай посмотрим, что здесь у нас есть, Instagram World. То есть какие здесь заявлены вещи. Это очень важно, потому что если вы понимаете, тогда нет вопросов. То есть это первая в мире платформа для органического продвижения в кинематизации. Понятно, здесь видео есть, все есть. Самое главное — эти гарантии. Смотрите, за 58 долларов что мы получаем? Что мы получаем за эти деньги? Мы здесь получаем
Следующие моменты, так на сайте я смотрю, этого нету. Я сейчас открою в презентажке, которая есть в компании, она у меня здесь тоже под рукой. И мы тоже сейчас ее посмотрим, чтобы было прям максимально четко, чтобы не было потом никаких недоразумений, потому что это важно. И мы сейчас ее откроем. Так, что за пароль? Сейчас я открываю. И мы, соответственно, посмотрим прямо вот презентацию. Презентацию, вот она. Презентация. Вот смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть, понятно, там рынок, все остальное. Вот. Что гарантировано? Вот вы получаете гарантированно 50 тысяч просмотров. Качественных, да, 30 тысяч лайков в месяц. Если бы это было не качественное, то в топ бы мы не выходили, да, в топ мы постоянно выходим. 300 комментариев в месяц, 1000 сохранений в месяц. Или сделать минимальную активность, это если троих рефералов пригласил за месяц, ты уже получаешь 100, там в два раза больше, не 50, а 100 тысяч просмотров. Не 300, а 60 тысяч лайков в месяц. Не там 300, а 500 комментариев. Не 1000 сохранений, а 2000 сохранений. Это реально очень круто, вот, это здорово. Вот, опять же, достаточно просто выбрать любой пост, не нужно там кого-то там взаимно, там нет. Здесь ты просто там выполнил минимальную активность, это 30 заданий, это делается реально, там вот мы замеряли, 9 минут делается. И это делается больше для того, чтобы знакомиться с людьми, для того, чтобы с ними отношения выстраивать. И опять же, там приведу пример, это просто разные вещи, это как бы несравнимо. То есть я сейчас войду внутрь бэк-офиса инстаграмовского, вы увидите, что это реально всего лишь там 30 заданий, причем они даются там раз в день в определенное время, и ты можешь успеть много чего сделать. Я сейчас вот захожу в дашборд, да, заказал любой пост, например, вот это видео я хочу прокрутить, раз, нажал, добавил сколько хочу, там 1000 просмотров, и все, я получил их. Вот. А задания делаются вот здесь, это действительно очень просто. 30 заданий вот здесь есть. Если мне не нравится, например, вот мне этот человек не нравится, я нажимаю кнопку «Пропустить» и делаю с тем, с кем мне нравится. Вот не хочу в акциях участвовать, пропустить. Вот девушка интересная, может, я с ней хочу познакомиться, может, она партнер. Я нажимаю, вот, партнер для другого бизнеса, может, я по здоровью с ней хочу. Я смотрю, кто такая, что там за видео. Если мне нравится, вот, я с ней дальше общаюсь. Может, она мне понравилась там на видео. Вот, соответственно, это вот большое и огромное отличие. Потом относительно дальнейших моментов, тоже важных, касательно там бонусов, это тоже важно. Здесь можно получить вообще один месяц бесплатно. Я вот у других этого не видел. То есть вообще можно месяц абсолютно бесплатно использовать. Опять же, обучение от топов. И по поводу обучения, по поводу топов, мы занимаемся тем, что в команде, которую мы двигаем в Инстайме, это программа Fast Start, называется Fast Start 365. Она основана на самых лучших и на обучении, которое мы проверили внутри Инстайма сами на себе. То есть, если мы говорим, что мы создаем продажи, то мы реально это делаем. Если мы говорим, что вот мы выводим в топы и оттуда получаем реальных клиентов, то мы реально это делаем. Я считаю, что это самое главное и ключевое, потому что обучение вот у нас каждый получает абсолютно бесплатно, получает внутри личных кабинетов. Там есть очень короткие, буквально 7-минутные, очень четкие уроки, потому что вот это огромное количество лет, уже более 17 лет занимаюсь интернет-бизнесом, привели к тому, что я стал очень сильно ценить время других людей, ну и свое, естественно, тоже. И когда мы, так же, как и Инстайм, оттачиваем каждый ролик до предела, стараемся сделать так, чтобы было и качественно, и много, и эффективно, и при этом по времени менее всего затратно, то это дает наибольший эффект. Потому что если мы говорим, вот как можно заработать за первый же день $222 и даем это в фаст-старте, мы это действительно делаем, люди реально это делают. Если мы говорим, что можно получать одного клиента в любой бизнес с Инстайма, при помощи Инстайма, мы реально делаем так, что люди приходят к нам, делают запуски, делают эти необходимые контент-планы, делают специальные акции, и они реально получают огромное количество клиентов при помощи Инстайма. Опять же, это все в системе Fast Start, мы отсюда быстрый старт для любого бизнеса, что ставили туда. Если хотите там проверить, пожалуйста, если у вас уже есть свой бизнес, пожалуйста. В общем, в этом, я считаю, ключевое отличие, огромное отличие, нереально большое отличие, потому что мы сейчас вот разные семинары ездим, проще собираем лучшую информацию по крупицам и выдаем ее в личных кабинетах. Пожалуйста, любое удобное время зашли, посмотрели видео, внедрили у себя тут же, раскрутили через Инстаграм свой Инстаграм, получили заявки, продажи и так далее. Так что вот это, я считаю, очень важное отличие. Увидимся с вами, был Артемий. До связи.